Итак, добрый день, добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Иван Кузнецов. У нас сегодня необычное скайп-интервью, скайп-интервью у моей ученицы Татьяны. Она немножко расскажет о себе, я задам пару вопросов. Думаю, всем будет полезно и интересно послушать историю данного человека. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, дорогие подписчики и друзья. Отлично. Я Татьяна, я живу в Москве, работаю главным бухгалтером. Сами понимаете, работа сидячая, много времени проводишь у компьютера. И в прошлом году у меня случилась, можно сказать, травма небольшая. Я почувствовала, что колено мое плохо работает. Угу. Начала ходить по врачам, все не понимали, что со мной происходит. Легла в больницу, сделала артроскопию. Оказалось, что там артроз. Хирурги, счастливо улыбаясь, сказали, ну что, нужно менять сустав. А мне что-то сустав прям не хотелось никак менять. Вот. И я начала искать другие пути выздоровления. Ходила к платным гомеопатам. Ну, в общем, собственно, походом к платному гомеопату все и закончилось. И я в расстроенных чувствах. Думала, что все, готовиться к операции, собирать деньги. А пожаловала своей подруге. Она неожиданно прислала мне ссылку на сайт Ивана. И я увидела там занятие «Здоровые колени», подписалась на него и стала делать. Но поскольку я человек, которого надо контролировать, мне все-таки удобнее заниматься с тренером непосредственно, чтобы он меня контролировал. Я написала Ивану письмо с просьбой о том, чтобы он меня консультировал частным образом. И вот с октября месяца мы с ним занимаемся, и я совершенно счастлива, потому что через 2 недели я почувствовала себя другим человеком. Я даже не могла предположить, что простые упражнения могут дать такой эффект. Угу, хорошо. Танечка, вот да, вот сейчас вы стали описывать свою проблему, то есть я же помню, что у вас уже, конечно, сейчас вы такая веселенькая, все отлично у вас, а вы тогда звонили совсем, были в другом настроении. Вы помните этот момент? Да, я... На что вы жаловались, что у вас, как бы, с какими проблемами вы столкнулись, когда у вас стало болеть левая коленка? У вас, по-моему, левая даже, да? Правая, да. Когда у вас стала болеть коленка левая... С какими проблемами вы столкнулись, с какими сложностями? Вот помимо того, что вы сходили к гомеопату, я знаю, что вы у тренера занимались, еще вы мне рассказывали. Да, Вот. Но это было до того. Да, я понимаю, да, до того. А с какими проблемами уже во время, когда вот заболела коленка, что вы? Так, я ходила просто с палочкой и ждала операции. Мне ходить было очень плохо, очень больно. Я подумала, что все это... А если не секрет, вот я вот смотрел цены по операциям, там что-то там 150-200 тысяч рублей Да. на операцию, да? Да, примерно так. По замене коленного сустава. Да. И там еще от протеза тоже зависит, он тоже в разных ценовых категориях, что там самый дешевый 60, по-моему, тысяч, а потом уже подороже как-то. Я, честно, не вижу. Честно вам скажу, я даже не хотела это все узнавать. Угу. Примерно я знала, но почему-то у меня в голове сидело, что я не буду этого делать. Угу, угу, понятно. Ну, то есть, Хотя как бы... хирурги однозначно сказали, вы наш клиент. Даже так? Да, да, они прям сказали, вы наш клиент. Ладно, мы их немножко обломали, да, ну ладно. да, да. Да. Вы сказали, что первые результаты где-то примерно через 2 недели у вас появились, да? Ну, то есть, Да. вы уже смогли более или менее ходить. А когда вы почувствовали вот полное такое облегчение, и вот вы почувствовали, что вот да, эта штука от нас отстала? Ну, Сейчас скажу. хоть примерно, то есть, Ну, чтобы... это февраль этого года. Вот это однозначно. Угу. То есть, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 4 месяца Да. получается, да? Да. Ясно, ясно. Как вы на данный момент себя чувствуете? Прекрасно я себя чувствую. Я забыла, что значит садиться на стул, помогая себе руками. То есть я уже об этом не думаю. Если раньше я просто помогала себе руками, потом я начала
следить за собой, чтобы мне помогать, но было больно и некомфортно все-таки как-то, то сейчас я просто этого не замечаю. Я просто сажусь и все. А вот вопрос такой, я знаю, что у вас классное хобби. Можно скажу, какое у вас хобби? Можно. Да, у нас Татьяна увлекается байками. Я видел фотографию, классная фотография, и там такой классный байк сзади. А как вот болезнь коленки сказывалась на хобби, на вашем? Ну, при долгой езде она болит просто. И на нее страшно опираться, когда стоишь на светофоре. Я прошу прощения. То есть, как бы, ну, в принципе, с хобби было тоже проблематично заниматься, Да, потому что... я не каталась тот сезон. Вот 2014 год практически мало очень каталась. А как сейчас обстоят дела? Сейчас отлично. Я съездила в Брест, проехала 1000 километров туда и обратно. Отлично себя чувствую. Единственное, что коленка, конечно, не сгибается. Ну, пяткой я не могу достать до ягодицы этой ногой. Но все ближе к этому приближается. Я работаю над этим. Я Ну, верю, что я смогу сесть на колени и сесть на пятки. Вот это моя цель. это будет, да, просто не сразу же, как бы нужно понимать, Конечно. что артроз, он не начинается в один миг и не заканчивается также в один миг. Ну, честно говоря, я и до этого события не могла садиться на пятки. То есть она у меня и до этого не сгибалась, коленка, но она не болела. Вот. А сейчас я реально хочу, чтобы этого достиг. Сделать так, чтобы я этого достигла. Прошу прощения, у меня в горле запершило. Угу. Хорошо, Танечка, какие-нибудь пожелания подписчикам, что бы вы Какие им сказали, пожелания? да? Хочу пожелать всем регулярности в занятиях. Не бросать и все время идти вперед. И все будет. Вот мои пожелания. Ну и, конечно же, верить в себя, наверное, нужно Верить в себя и в себя, свои силы, да, да. верить в свои силы. Так, а что в них верить? Они есть. Ну, их просто надо выковырить из глубин сознания и поверить, и все. Они никуда не деваются. У любого человека все есть. Нужно только это реализовать и поверить. Все. Это Я с очень вами, просто. да, с вами полностью согласен, поэтому, дорогие друзья, верьте в свои силы, вне зависимости от ваших проблем, которые у вас есть на данный момент, и все в ваших руках. Хочу добавить, что поначалу я не верила ни капли, что у меня получится. Вот думаю, ну, очередное, ну, не разводила, но думаю, ну, в общем, я не верила совершенно на 100%. И насколько сейчас я, что это получилось все. Ну да, так, а в это очень мало кто верит, то, что это можно, потому что упражнения простые, и вроде такой Да. эффект, и вроде как такое возможно. Ну Да. ладно, как Тем бы не это менее. где тема другого разговора. Танечка, большое спасибо И вам вам, я за... вам очень благодарна. Очень, очень благодарна. Спасибо вам. Да, нет, прямо так, сейчас Слушайтесь, замурлычаю, микрофон слушайтесь замурлычу. его, дорогие подписчики, и все у вас будет отлично. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить-то в самом конце. Мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо. Уважаемые друзья, с вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч. Так, наш клиент. Ладно, мы их немножко обломали, ну Да, ладно, да, да. да. Вы сказали, что первые результаты где-то примерно через 2 недели у вас появились, да? То есть Да. вы уже смогли более или менее ходить. А когда вы почувствовали вот полное такое облегчение, и вот вы почувствовали, что вот да, эта штука от нас отстала? Ну, Сейчас скажу. хоть примерно, то есть Ну, чтобы... это февраль этого года. Вот это однозначно. То есть получается октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 4 месяца Да, получается, да? да. Ясно, ясно. Как вы на данный момент себя чувствуете? Прекрасно я себя чувствую. Я забыла, что значит садиться на стул, помогая себе руками. То есть я уже об этом не думаю. Если раньше я
просто помогала себе руками. Потом я начала следить за собой, чтобы не помогать, но было больно и некомфортно все-таки как-то, то сейчас я просто этого не замечаю. Я просто сажусь и все. А вот вопрос такой, я знаю, что у вас классное хобби. Можно скажу, какое у вас хобби? Можно. Да, нас Татьяна увлекается байками. Я видел фотографию, классная фотография, и там такой классный байк сзади. А как вот болезнь коленки сказывалась на хобби, на вашем? Ну, при долгой езде она болит просто. И на нее страшно опираться, когда стоишь на светофоре. Я прошу прощения. То есть, как бы, ну, в принципе, с хобби было тоже проблематично заниматься, Да, потому что... я не каталась тот сезон. Вот 2014 год практически мало очень каталась. А как сейчас обстоят дела? Сейчас отлично. Я съездила в Брест, проехала 1000 километров туда и обратно. Отлично себя чувствую. Единственное, что коленка, конечно, не сгибается. Ну, пяткой я не могу достать до ягодицы, этой ногой. Но все ближе к этому приближается. Я работаю над этим. Я Ну, верю, что я смогу сесть на колени и сесть на пятки. Вот это моя цель. это будет, да, просто не сразу же, как бы нужно понимать, Конечно. что артроз, он не начинается в один миг и не заканчивается также в один миг. Ну, честно говоря, я и до этого события не могла садиться на пятки. То есть она у меня и до этого не сгибалась, коленка, но она не болела. Вот. А сейчас я реально хочу, чтобы этого достиг. Сделать так, чтобы я этого достигла. Прошу прощения, у меня в горле запершило. Угу. Хорошо, Танечка, какие-нибудь пожелания подписчикам, чтобы вы Какие им сказали, пожелания? да? Хочу пожелать всем регулярности в занятиях. Не бросать и все время идти вперед. И все будет. Вот мои Ну пожелания. и, конечно же, верить в себя, наверное, нужно в Верить в себя и в себя, свои силы, да, да. верить в свои силы. Так, а что в них верить? Они есть. Ну, их просто надо выковырить из глубин сознания и поверить, и все. Они никуда не деваются. У любого человека все есть. Нужно только это реализовать и поверить. Все. Это Я с очень вами, легко. да, с вами полностью согласен, поэтому, дорогие друзья, верьте в свои силы, вне зависимости от ваших проблем, которые у вас есть на данный момент, и все в ваших руках. Хочу добавить, что поначалу я не верила ни капли, что у меня получится. Вот думаю, ну, очередное, ну, не разводила, но думаю, ну, в общем, я не верила совершенно, на 100%. И насколько сейчас я, что это получилось все. Ну да, так, а в это очень мало кто верит, то, что это можно, потому что упражнения простые, и вроде такой Да. эффект, и вроде как такое возможно. Ну Да. ладно, как бы Тут не это месяц. где тема другого разговора. Танечка, большое спасибо вам Иван, я за... вам очень благодарна. Очень, очень благодарна. Спасибо вам. Да, нет, прямо так, сейчас замурлычу в Слушайтесь, микрофон, слушайтесь замурлычу. его, дорогие подписчики, и все у вас будет отлично. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить о самом конце. А, мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо, уважаемые друзья. С вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч. Так, сесть на колени и сесть на пятки. Вот это моя цель. Ну, это будет, да, просто не сразу же, как бы, нужно понимать, Конечно. что артроз, он не начинается в один миг и не заканчивается также в один миг. Ну, честно говоря, я и до этого события не могла садиться на пятки. То есть она у меня и до этого не сгибалась, коленка, но она не болела. Вот. А сейчас я реально хочу, чтобы этого достиг. Сделать так, чтобы я этого достигла. Прошу прощения, у меня в горле запершило. Угу. Хорошо, Танечка, какие-нибудь пожелания подписчикам, чтобы вы Какие им сказали, пожелания? да?
Хочу пожелать всем регулярности в занятиях. Не бросать и все время идти вперед. И все будет. Вот мои пожелания. Ну и, конечно же, верить в себя, наверное, нужно. Верить себя, в себя, в свои силы, да. Верить в свои силы. Так, а что в них верить? Они есть. Ну, их просто надо выковырить из глубин сознания и поверить, и все. Они никуда не деваются. У любого человека все есть. Нужно только это реализовать и поверить. Все. Это я очень с вами... Да, с вами полностью согласен. Поэтому, дорогие друзья, верьте в свои силы, вне зависимости от ваших проблем, которые у вас есть на данный момент, и все в ваших руках. Хочу добавить, что поначалу я не верила ни капли, что у меня получится. Вот думаю, ну, очередное, ну, не разводила, но думаю, ну, в общем, я не верила совершенно, на 100%. И насколько сейчас я... Что это получилось все? Ну да, так, а в это очень мало кто верит, то, что это можно, потому что упражнения простые, и вроде такой да. эффект, и вроде как такое возможно. Да. Ну ладно, как вы бы не это имеете. Тема другого разговора. Танечка, большое спасибо вам Иван, за... Я вам очень благодарна, очень, очень благодарна. Спасибо вам. Да, нет, прямо так, сейчас замручаю микрофон. Слушайтесь его, дорогие подписчики, и все у вас будет отлично. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить-то в самом конце, а-та-та, мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо, уважаемые друзья, с вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч. Так. И поверить. Все. Это Я очень с вами... плохо. Да, с вами полностью согласен. Поэтому, дорогие друзья, верьте в свои силы, вне зависимости от ваших проблем, которые у вас есть на данный момент, и все в ваших руках. Хочу добавить, что поначалу я не верила ни капли, что у меня получится. Вот думаю, ну... Очередное, ну, не разводила, но думаю, ну, в общем, я не верила совершенно, на 100%. И насколько сейчас я... Что это получилось все? Ну да, так, а в это очень мало кто верит, то, что это можно, потому что упражнения простые, и вроде такой да. эффект, и вроде как такое возможно. Да. Ну ладно, как вы бы не это имеете. Тема другого разговора. Танечка, большое спасибо вам Иван, за... Я вам очень благодарна, очень. Очень благодарна. Спасибо вам. Да, нет, прямо так, сейчас замручаю микрофон. Слушайтесь его, дорогие подписчики, и все у вас будет отлично. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить-то в самом конце. А-та-та, мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо. Уважаемые друзья, с вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была... с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч. Так. И вроде такой да. эффект, и вроде как такое возможно. Да. Ну ладно, как бы не это имеете. Тема другого разговора. Танечка, большое спасибо вам Иван, за... Я вам очень благодарна, очень, очень благодарна. Спасибо вам. Да, нет, прямо так, сейчас замручаю микрофон. Слушайтесь его, дорогие подписчики, и все у вас будет отлично. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить-то в самом конце. А-та-та, мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо, уважаемые друзья. С вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была... с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч. Так. Да, здорово, и как бы я прямо сейчас забыл, что нужно говорить-то в самом конце. А-та-та, мне так приятно прям. Танечка, большое спасибо. Уважаемые друзья, с вами был Иван Кузнецов, и Татьяна была с ее замечательным хобби и уже выздоравливающим коленным суставом. Все, всем до свидания и до новых встреч.
Так. С вами был Иван Кузнецов.